Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Шмагляра Затентен Долинас Хоум Гарден. И сейчас мы находимся в ботаническом саду Холлис Гарден. Сейчас мы с вами прогуляемся по ботаническому саду. Ну что ж, поехали! Поехали гулять! Очень красиво! Маленький, но удаленький. Такой водопадик. Ладно, все, посмотрим в видео. Даже огородики здесь есть. Ехали мы в Лекланд. А здесь посмотрите, какие папоротники. Я думаю, что это папоротники. Наверное, ну, вообще-то сейчас сфоткаю. И потом посмотрим. Так, заходим и гуляем по парку. Очень красиво, мы еще не зашли, но пока мы. И какие уже здесь розы, какие у них стволы. Вот говорят, надо обрезать розы, типа омоложать. Вот посмотрите, здесь какие старые стволы. И как красиво. Хочу на юг. Вау, какие розы. Вот бы у меня на юге такие же самые были. Хочу с севера на юг. Сейчас пойдем в парк. Вот ботанический сад. Это ботанический сад. На берегу озера. Очень красиво. Так, все, заходим в парк. Вот здесь такая красота. Холлис Гарден. Называется. Сейчас я вам покажу. Здесь вот такие вот эти. Уже забыла, как они называются. Знала. Говорила, вот такие пальмы. Холлис Гарден. И вот такая здесь красота. Такие петунии здесь красивые. Водопадик. Петунии, алисум. Сегодня 9 мая 2024 год. Ой, 9 марта. Я говорю, какая красота, а какой вот этот водопад красивый. Вот какой красивый, птички там, лебеди. Монастера в природе, пожалуйста. Блин, какая пальма красивая. Монастера мамки. Посмотрите, какие листы. Это монастера мамки. А вот монастера деликатесная. Вау. А это филодендрон, наверное. Смотрите, как красиво. Хочу на юг. Камни, как красиво. Какие листы. Монстера тоже вот такая у меня есть. Сейчас на эту посмотрим, что это за монстера. Монстера или филодендрон? Ну, такой монстеры я не видела, у меня нет. Google сказал, что это сингониум. Не знаю, поеду домой и дома посмотрим. Ну, не знаю, сингониум. Ой, какая красота. Как я такое люблю, обожаю. И вот эту красоту. И хочу на юг. Вот, смотрите, это тоже, может быть, это не монстера.
Ладно. Потом посмотрим дома. Может быть, она ведет себя по-разному. Монстера. А вот и стендаптус в природе. Алаказия. Папоротники. Это монстера. Это папоротник, наверное. А вот это тоже не знаю, что монстера. Ой, красота. Здесь всякие закоулочки. Ботанический сад очень маленький, но из-за того, что всякие кармашики здесь есть, и поэтому, я думаю, видео получится длинное. Но я думаю, что будет интересно, кто любит такое. Будет интересно. Вот это, наверное, примула, я думаю. Может, и не примула. В общем, я все растения не знаю. Но буду... То, что буду знать, буду говорить. А то, что не знаю... Вот, посмотрите, какие серебристые пальмы. Люблю юг. Люблю, я уже не раз сказала, говорила. Люди здесь гуляют, вот. Пойдем в следующий кармашек. Прогуляемся с вами по красоте. Вот банановое дерево. Я думаю, что это банановое. Там надо будет пофоткаться. Вот какая красота здесь. Можно посидеть, сфотографироваться. Все наши разбежались. Кто куда. Они все быстро пройдут. Львиный зел. Смотрите, какой красивый львиный зел. Он здесь, наверное, круглый год будет цвести. Петунья с алисумом. Повторюсь, сегодня 9 марта 2024 год. И это Лэнклин, Флорида, юг. Вау, какая красота. Вот. Цветы, некоторые цветут здесь, а некоторые только распускаются, потому что это весна. Олеандр. Смотрите, какой красивый олеандр. Вот это шалфей. Ну, это баттербаш, наверное. Ну, я не могу перевести. Вот тут какая красота. А, и я пришла в тупик. Я пришла в тупик. У нас на севере вот эти все кусты, они некоторые однолетние считаются. Вот у нас есть туй, а здесь я смотрела, забыла, как называется. Вот здесь такая красота. Стенка. Стенка, живая стена. И вот такая красота. Все, я выйду сейчас отсюда. Это обратная дорожка. И пойдем в другое место. Я вспомнила. Это сальвия. Сальвия. А вот это... Я как-то переводила... Я еще не супер умею
снимать видео. Но нужно научиться мне подписывать видео. Это деревья, я забыла, как они называются. Они все лето, вот как их вот так стригут. Смотрите, вроде бы какая фактура дерева красивая. И они только-только начинают, ну, как бы выпускать новые листья. И потом они очень красивые почти все лето и осень цветут. Папоротники такие редкостные. Ну, в общем, все то, что мы выращиваем в вазонах, кашпо, все здесь растет. Все здесь растет. Так, в свободном полете. Смотрите, даже небольшой огородик. Вау, класс. Капуста. Смотрите, сделали небольшой огородик. И вот этот, там другая капуста повыше, а это мангольд. Вау! Видите, чем славятся ботанические сады? Смотрите уже, какая, какие кочаны. Их, наверное, посадили осенью, и они растут. Вот здесь молоденькая посаженная. Вау! Это типа огорода, по типу огорода. Здесь какая трава красивая. Все ушли, оставили меня. Сказали, снимай себе видео. А мы пошли гулять. Капуста тоже. Капуста, капуста. В общем, здесь... фотографируются люди. Вот лук, грядки. Сейчас подойдем к ним. И морковка, лук. Вау, как красиво оформить огород. Здесь ничего не посадили еще. Здесь лук. И вот какая красота. А что это такое? Вместо того, чтобы делать фото, я выключила, я извиняюсь. Ладно. Сейчас я выключу и пойду с той стороны. Вот здесь какая красота. А здесь куда? Ворота открываются. Здесь их неподсобные. Вау, красиво. Ну, рассадники. Я извиняюсь, неправильно, наверное, полезла я. Ой, наслаждение, одно наслаждение. И красота. А вот эпифилумы растут в природе. В природе замиокулькас темный, алаказии, филодендроны, пальмы. Ой, все растения даже не скажешь. Очень красиво. Живая вот такая стена. Вся оплетена. Капуста, вид капусты. Алаказия. Здесь рыбки плавают. И большие рыбы. Вот вам и вот эти такие кактусы, смотрите, эпифилумы, это эпифилум, капуста кейл, капуста брокколи, ну, в общем, вот этот, вот смотрите, газон, а по окраине сделано грядки и посажены съедобные растения, бамбук. Бамбуковая рощица. Здесь эпифилу растут. И вот ворон.
Здесь вот такая рощица. Люди надряпали, написали. Вот. Dream, мечта. Ой, как красиво. Да, только вздыхать от красоты можно. Очень красиво. Всякие кармашки. Написано, дочка смотрела в описании, это мы в дочке в гостях, и мы приехали, собрались родственники, мои братья, своими семьями, мама здесь, и вот дочка, и мы приехали к ней в гости. Мои братья здесь живут, а дочка переехала недавно. И вот мы приехали посмотреть красоту. Петуньевый рай. Вот кто любит петунию, смотрите, какие композиции. Гортензия цветет там. Так. Все, идем гулять в круговую озеро, кругом озера. Смотрите, какая пальма. Так красиво отполировали ее. Прямо уход, такой уход, да, за пальмами. Как будто они искусственные. Вот смотрите, какие. Это филодендроны, я думаю. Гладенькая. Это же шлифуют их. Или природе они такие. Смотрите, какие филодендроны. Здесь агава. Вот вспомнила. Агавы. Вот здесь очень много всяких агав. И вот здесь какая красота. Так, пойду догонять, искать своих. Они все ушли, оставили меня. Снимай. Смотрите, здесь сколько места такого, что можно погулять. Люди отдыхают. Сегодня суббота, 9 марта 2024 год. Там вот такие, то они там стоят лебеди, не лебеди. Вот это я приблизила. Плавают уточки. И вот такие большие кувшинки здесь. Озеро очень красиво. Так, здесь вот такая тоже. Можно сесть, полюбоваться. Пройтись по бережку. Вот такая вот уточка там отдыхает. А там вот люди медитируют. Ресторанчик есть. Вот. Можно сесть покушать. Ну и там еще всякие вот эти развлекательные для детей. Есть, у меня телефон уже нагрелся. Я его сейчас выключу. Попробую догнать своих. Хотя сомневаюсь, что я их догоню. Они вон там. Вон там. Вот они где. Вот. На другом берегу. Ну, а я на этой стороне возле парка еще. Здесь очень красиво. Кто живет в Штатах и имеет возможность ездить на Флориду, или кто живет во Флориде, обязательно посетите этот ботанический сад. Очень красивый. Он небольшой. Мы планируем еще в одно место съездить. В Орландо съездим. А здесь, парк находится в Лэкленд. Холли парк. Холли гарден называется.
Так что посетите этот парк, не пожалеете. Ну, конечно, еще кто любит. Не все любят. Какая-то статуя здесь, вот такой круг сделанный. И парковки, магазинчики всякие. Можно прогуляться. Уточки плавают. Уточки рыбку ловят. И здесь вот эти ходят. Я забыла, как они называются. В прошлом году я говорила. И вот еще какие красивые куропатки, что ли. Похоже на куропаток. Уточки отдыхают. Цветочках. Цветочки просто так, наверное, растут. Похоже на брахикому. Вот они. Стайка белых. А, здесь вот даже написано. Вот. Сидят, даже не боятся никого. А вот вам и индоутки. Повторю, что мы гуляем в ботаническом саду. Вот белые уточки. Как домашние гоняют диких уток. И вот здесь такое озерцо. Сейчас я пройдусь через мостик. Вот прямо возле них хожу. А вот вам и южные лебеди. Я думаю, похоже. И еще. Вот. Один красавец. Лебеди, смотрите, что они делают. Они так похожи на пеликанов. Южные журавлики. И вот там еще целая стайка сидит. Ну что ж, идемте дальше гулять. Вот там какая, как красиво. Сейчас мы туда подойдем. Вот. Какая красота там. Ну, сейчас я подойду туда. Вот так. Розы здесь. Здесь люди отдыхают. Когда роды будут сидеть, будет красиво. Интересно, когда они здесь цветут. Я думаю, к концу мая. Такие здесь белые цветочки цветут. Кувшинки. Ну, это как-то по-другому называются они. Информации сколько, все не запомнишь.
Но я уже в предыдущем видео я переводила и говорила. Мы гуляли тоже в парке и снимала. Там тоже целое озеро. Такие интересные лодки. Куропатки, утки, кто они такие? Интересно, они тоже плавают или просто ходят здесь, гуляют? Похоже на листочки, похожи на кислицу, такие кругленькие, а также похожи есть здесь типа традесканции. Я думаю, что это так и есть, традесканции природные. Да, ну традесканция природная у меня тоже растет дома, я ее убираю из сада как сорняк. Да, я думаю, что это кислица. Оксалис, оксалис, да, научное название. Сейчас подойдем к замкам. Ну вот и подошла я к красоте. Уточки плавают. И вот это точно, мне кажется, что вот это алаказии, наверное, растут. Похоже на алаказию. Тоже сфоткаю, потом посмотрю. Может и нет. Просто оно, наверное, не глубоко. И не знаю. Нет, нет, это не алаказии. Вот какие большие. Цветущие. Нет, это не алаказия, это по-другому называется. Я не запомнила, но я смотрела. Не знаю, здесь только вот красят бабочки, рисуют бабочки, может какой-то бабочкой вот этот. Его еще только строят, наверное. Смотрю, там здание. Ну что, потихоньку идем, приближаемся к круговой, к выходу. Они пошли к ресторану. Вот они где далеко. Вот они уже. Вот. Все, прошли за дерево. А я еще ого-го где. Ну, они идут, наверное, деток на площадку ведут. Там детская площадка есть. Ну, я к ним сейчас подойду. Ну, в общем, есть где погулять, отдохнуть, просто посидеть, пойти покушать. Парк небольшой, то есть сад. Это не парк, это сад ботанический. Но много интересного и красоты. Ну что, друзья, я почти обошла в круговую весь сад. Вот, подхожу к началу и двигаемся дальше. Ну что ж, подошли к началу саду. Все, прогулялись круговую. Вот и алоэ вера. Природе. Такое у меня есть. И такое у меня есть. Здесь три разновидности. Продолжаем гулять в парку. Вот какой
алоэ. А здесь садик с алоэ и агавы. Вот агава. Сикуленты, молочай. Посмотрите, какой большой молочай. Я с этой стороны не была у меня. Я прошла с другой стороной. А здесь вот сад сикулентов. Если что, потом пройдемся, а то они уже все ушли. Меня оставили одну. Вот такая здесь еще красота. Надо будет пройтись. Ну что ж, прошлись мы. Здесь ресторанчик. Можно посидеть. Отдохнуть, покушать. Ну, они все пошли на детскую площадку. И здесь я тоже. Извиняюсь. Посмотрим красоту розы. Нравится мне обрезка розы. Здесь какая. Все, они здесь остановились, чтобы дети погуляли. Вот такая площадка для деток. Купаться, детки купаются. Напоминаю, сегодня 9 марта 2024 год. И здесь детский Barnett Family Park. Какие здесь красивые. Вот. О! Мангольд очень популярный. Вот возле ресторанчика здесь такой контейнерный садик. И с цветочками здесь мангольд. И еще некоторые травы посажены. Для роз, посмотрите, какие вот такие классные вот эти сделанные, чтобы для вьющихся клаймбинга. Так, сейчас пойдем. И даже начинающий цвести есть роза. Я вот сюда хотела, в эту сторону прогуляться. Сейчас мы с вами прогуляемся. Ну что ж, я вам немножко показывала здесь уже. Пойдемте дальше. Это здесь сад сикулентов. А здесь алоэ. Вот мальва. Цинья. Но не цинья. А, забыла, как они называются. И одуванчики. А нет, это не одуванчики. Ну, листья похожи, как у одуванчика. Это, наверное, какие-то декоративные одуванчики. И сейчас мы прогуляемся с этой стороны. Здесь такое все простенькое, посаженное. Красиво. И опять здесь такой кармашек. Ну, здесь уже немного барвинок. Похоже, теневые такие растения здесь растут, и бабочки летают. Ну все, вот и все. Прогуляемся здесь. Вот оксалис здесь и тут. Настурция. Здесь тоже такой комнатка такая с растениями. Вау, как красиво сделано. Идеи, хорошие идеи для своего сада.
Ну что ж, вот здесь тоже посмотрим. Можно такой, кто любит брусчаткой, плиткой свой сад, ну, двор обустраивать. Так вот, можно вот так. Идея вот такая. Тоже здесь идеи для маленьких садов. Кстати, классно. Здесь растения. Ой, вылетело все из головы. И алоказии, и кротоны, и агавы, эпифиты. Красиво, красиво. Очень красиво для разных садов. Идемте дальше по комнаткам гулять. Здесь вот такие с анютиными глазками садик с газоном. Здесь петунии и сальвии в красных тонах сад. Сад в красных тонах. Деревья, кусты, все с розовыми листвами. Розовые листва, красная, розовая или цветы. Ну и все. Наверное, здесь вот петунии, живые изгороди, красиво. Ну, вот такая, такая здесь красота. И пальмы, 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 пальмы. Место для отдыха. Идея для розового сада: просто розы и замульчировано хвойной опадом. Можно насобирать хвойный опад, разбросать, и больше ничего. Между ними хорошо ходить. Классно. И трава не растет. На вот этой красоте я закончу мое видео. Хочу вам пожелать всем счастья, радости, мира, добра. Мир в ваших домах, сердцах. Мир нашим странам и мир всему миру. Вы были на канале Шмыгля Резидент Аналина с Home Garden. И всем пока-пока. Мир Украине. До новых встреч на моем канале. Если вам было интересно, я только рада.